На встрече с действующими потенциальными абонентами в Химках генеральный директор «Мособлгаза» рассказывает о приоритетных направлениях работы. Компания продолжает газификацию по президентской и губернаторской программе. Если говорить в целом по области, у нас 130 тысяч заявок поступило на газификацию, из которых 115 тысяч уже исполнено, 15 тысяч находится в работе. И мы, конечно, постараемся быстро максимально завершить. После протокольной части – точечная работа команды. Специалисты «Мособлгаза» в индивидуальном порядке принимают от жителей округа заявки, обращения, вопросы. Большинство связаны с так называемой социальной газификацией. Екатерина Мещерякова возглавляет СНТ в Лобне на 130 участков. Владельцы строят полноценные дома и ждут проведения газа. Мы очень этого ждали, очень этому рады и прям очень надеемся, что до нас дойдет все-таки. Очень удобно, когда без больших вложений до границы участка, в том числе в СНТ, подводится за счет «Мособлгаза» газовая труба, а дальше внутри участка уже собственник строит сам и делает так, как ему там получается, как у него получается по проекту. Социальная газификация запущена по поручению президента России и предполагает бесплатное подведение газа до границ земельных участков жителей в уже газифицированных населенных пунктах. С апреля 2024 года под программу попадают и СНТ, расположенные в границах газифицированных населенных пунктов. На сегодня у нас в основном Химки 30 населенных пунктов, которые вошли в эту социальную газификацию. Это более уже 140 частных домов, которые подключены. Напомним, федеральная программа в Химках запущена с 2021 года. Подать заявку можно в МФЦ на портале госуслуг и на официальных сайтах «Мособлгаза» и Министерства энергетики. Олег Тюрин, Дмитрий Бочаров. Новости. Химки ТВ.